Итак, пистолет-стражник. В интернете не нашел материалов о том, как его быстро перезарядить, зато много рассуждений на форумах об этой теме, поэтому решил выложить свое. Перезаряжается он очень просто, достаточно снять обойму. Обойма снимается путем нажатия вот на этот рычаг вверх. Это делается одной рукой. При этом я возьму просто поудобнее. Нажимается это все одной рукой, другой обойма отнимается от пистолета и вставляется новая обойма. После чего защелкивается и можно вести обойму. Посмотрим, сколько это занимает времени на самом деле. Запасная обойма у меня лежит в кармане, она снаряжена, то есть рассматривается реально уличная ситуация. Итак, допустим, вы уже произвели два выстрела, и вам надо быстро заменить снаряженную обойму. Сколько времени займет это у меня, можете посмотреть по секундомеру, можете посмотреть по секундам, которые бегут в линейке этого ролика. Я специально не тренировался, я только что достал пистолет, просто решил показать, сколько времени это может занять. Итак, произвел выстрел. Бах-бах. Бах-бах. Все. То есть я даже достал обойму из кармана и выстрелил. Могу еще раз убрать эту обойму в карман. Представим, что я стреляю. Кстати, у меня в обычном... Обычно обойма стоит вот та, которую вы видите сейчас на экране. То есть первый выстрел производится из нижнего ствола, патрон у меня светозвуковой. Я стреляю не для того, чтобы кого-то покалечить или, не дай бог, убить, а для того, чтобы именно отогнать собаку или привести в чувство какого-то хулигана. Этот выстрел имеет очень сильное останавливающее действие, именно ошеломляющее, не травмирующее. Но если человек или собака не остановится, тогда производится выстрел из второго патрона. Если это толпа хулиганов, тогда придется менять обойму, стрелять повторно столько, сколько нужно. Итак, повторим. Я делаю выстрел. Бах-бах. Бах-бах. Все.